Коллеги, добрый день. Действительно, в ряде СМИ прошла информация о том, что нижегородские вузы корректируют учебные планы на весенний семестр в связи с проведением летом 2018 года чемпионата мира по футболу. Ну, нижегородскими академиями здесь не стало исключением. Мы действительно завершаем учебный год раньше. На одних факультетах он закончится 28 апреля, на других – к 9 июня. Мы освобождаем одно общежитие для обслуживающего персонала чемпионата, но выселять фактически никого не будем, поскольку завершивший учебный год студенты разъедутся по домам в свои родные города и регионы, чтобы там проходить летнюю производственную практику. Это процедура для нас традиционная, ежегодная. Что касается студентов шестого курса, ординаторов, аспирантов, поскольку у них предстоит государственная аттестация, их никакие изменения не касаются. И те, кто проживают в том общежитии, которое будет предоставлено под нужды чемпионата, то эти люди будут переселены в наше же общежитие, в близлежащее, которое находится в том же студенческом кампусе на улице Медицинской.